Но пока Вагнер пытается кошмарить Путина, солдаты НАТО кошмарят Беларусь. По данным приграничного комитета Беларуси, 30 августа двое вооруженных латвийских военных зашли на территорию Беларуси в пункте пропуска Григоровщина на несколько метров, а потом быстро, просто молниеносно убежали назад. Прямо видно, как они боятся батьку. Страшно возле Беларуси даже находиться. Мне вот просто интересно, как они так просто это смогли сделать? И почему бравые бойцы Беларуси не защищают свою землю от такого злого НАТО? Или они все до сих пор от висящего Валеры отойти не могут?